сегодня утром была проведена операция «Пристегнись». Данное мероприятие проводилось с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Мы прекрасно понимаем, что начался учебный год и видим, к сожалению, на сегодняшний день нарушений меньше не становится. И вот за сегодняшнее мероприятие выявлено 13 нарушителей, которые нарушили правила дорожного движения, а именно осуществляли перевозку детей либо без специального удерживающего устройства, либо не пристегнутые, даже при наличии такового. 13 нарушений за 1 час работы экипажей в центре города Кингисеппа – это слишком много. То есть мы прекрасно понимаем, что водители за лето подрасслабились, но и не учитывают всех факторов, которые в конечном итоге могут привести к печальным последствиям. Поэтому наше предостережение всем водителям о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, особенно при перевозке детей. Потому что на сегодняшний день даже за 8 месяцев на территории Кингисеппа и Кингисеппского района имеется ряд ДТП, которые говорят о том, что в большинстве случаев дети получают ранения как пассажиры. И таких вот ДТП на территории Кингисеппского района уже порядка 6, и мы обращаем внимание водителей о том, что лучше пристегните, убедитесь в том, что дети не отстегнулись во время поездки, как это может быть, потому что дети склонны к тому, что поиграть где-то, что-то отстегнуть, нажать на какую-то. Но это дети. Но водителям и особенно родителям хотим напомнить о том, чтобы они внимательно к этому вопросу подходили и соблюдали правила дорожного движения. Ну и надеемся, что после этого станет ДТП таких видов поменьше, намного меньше. У вас двое детей. Будьте любезны, пройдемте до составления протокола. Операция «Пристегнись» проводится. Ребенок у вас все сидит, правильно? Счастливого пути. А вот там машина стоит. Сейчас будут нарушать, значит, проезжать через сплошную линию разметки. У нас в укладах просто один, понимаете, он быстро не умеет работать. Замечательно. Так вот, пиши что-то сразу. Бери документы, конечно.
Документы в машине, понимаете? Это машина. Понимаем. Мы все виноваты. Здравствуйте, капитан Лукницкий. Моя фамилия. Операция «Пристегнись» проводится. Все вот в порядке, все пристегнуты, да? Я к вам иду и жестом показал четко остановиться. Капитан Лубницкий, моя фамилия. Операция «Пристегнись» проводится. Вот там что у вас такое вот сидит? Ребенок там сидит, да? Ну, вот сюда паркуйтесь, пожалуйста. Вот это вот как у вас называется? Опаздываете? Документики готовьте, пожалуйста. Данное нарушение, значит, штрафчик предусмотрен в размере 3000 рублей. На переднем сидении перевозить детей до 12-летнего возраста без специально удерживающего устройства вообще запрещено правилами. Что, машиночку паркуем, убираем оттуда. Нацеленная на выявление водителей, перевозящих пассажиров не пристегнутых ремнями безопасности, в частности детей, без специальных удерживающих устройств. We'll be right back.